Девчонки, добрый день. Добрый день, мальчишки, добрый день. Добрый день, мои друзья. Снова вы на моей кухне. На улице жарень, 30 градусов в тени. Аж голова даже разболелась. Но самое-то главное, ладно, жарень. Такой ветер. Шифер с крыши срывает. Прямо это вообще. А мне что-то хочется вкусненького. Батоны испекла, но батон уже это не вкусненькое. Это как бы еда постоянно убавила маленько громкость. Вот. Видите? Ну, то есть мы хлебушек вообще уже теперь практически не покупаем, а этот, пеку я батончики и пеку батончики и черный хлеб, ржаной хлеб без замеса. Кому интересно, посмотрите внизу, найдете видео. Там есть и хлеб в рукаве, и без рукава, и без замеса. Есть все там, видите. Вот. А сегодня хочется, знаете, такое что-нибудь, какой-нибудь бисквитика вкусненького. Давайте испекем. У меня есть рецепт. 12 ложек. Ну вот его испекем. Девочки, для нашего пирожка, мальчики тоже, возьмем 3 яйца комнатной температуры. 3 яйца, а значит, щепотка соли, ну вот так небольшая, и сахар. Значит, весь рецепт этого торта, ой, не торта, а пирожка, домашний пирожок, чай считается. То есть весь рецепт, он состоит из того, что мы весы в руки не берем, а берем столовую ложку, одну столовую ложку одинаковую. Ну вот, такую обыкновенную столовую ложку. И измеряем все ложками. Значит, к 3 яйцам щепотка соли и 12 столовых ложек мы добавляем сахарного песка. Столовые ложки без горки. То есть, если, допустим, вы будете взвешивать на весах, то это примерно где-то у нас... Я когда первый раз пекла этот пирожок, то я, значит, завешивала. У меня где-то получилось 173 грамма. Но это если вы будете завешивать. Теперь я уже не завешиваю, я приноровилась. 3 яйца, 12 столовых ложек сахарного песка, щепотка соли. Взбиваем до белого состояния. Это где-то примерно 3-4 минуты. Но чтобы вас сильно звуком не травмировать, подключусь после взбить. Так, я еще добавила 1 пакетик ванильного сахара, 10 грамм. Такая светлая масса у нас получилась. Своим миксером я взбивала 3 минуты. Ну, ориентируйтесь по своему миксеру. Дальше добавляем 12 столовых ложек молока. У меня вот здесь отмерено. Все 12. Чтобы ложки были, одну ложку берете и все ей измеряете. Тоже все комнатные температуры. 12 ложек молока. 12 ложек растительного масла. Цедра одного лимончика и пол лимона сока. Но у меня лимон был в морозилке. Я вам уже как-то рассказывала, что я лимоны морожу. Я его просто потерла, и вот пол лимончика я его на мелкой терке добавляю в массу. Ну, вот если еще маловато, можно добавить
Так, вот немножко добавлю экстратика, чуть-чуть. Пол. Вот так, пол столовой ложки. Так, дальше. Все это я сейчас хорошо еще раз пробью. Ну, где-то секунд 30, не больше. И добавлю 12 столовых ложек муки. Так, и в окончании нашего замеса добавляем одну чайную ложку сверху разрыхлителя. И как раз и чайная ложечка и есть. Все хорошо. Ну, то есть с разрыхлителем немножко прям ложкой мешаем. Долго не держим нашу массу. Берем форму, у кого какая, у кого квадратная, у меня круглая. Смазать ее маслом тефлоновое, вот у меня такая. Духовка уже разогревается на 180 градусов. Где-то примерно выпечка у нас будет 40-45 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Так. И в духовку поехали. Нет. Ну вот, девчонки, мальчишки, вот такой пирожок у нас получился. Быстро. Я так не раздеваюсь сейчас. Видите, да, жара. Быстро. Я пакет у меня на положен. А, черный-то? Да. Да, я его и возьму. А что тут такое? Рыба. А, карасики-то. А что там померли? Три штуки. Три осталось. Вот такой. Но они еще не померли. Ах, нет, вкусно-вкусно. Ну, быстренько, ну, к чаю, вообще замечательно. Мы, так, мы еще шевелились. А вот, девчонки, сегодня с ветром унесло с этого, ну, где у нас курицы сидят, унесло шифер. Представляете? Вот муж не может. Так, зять по первому зову примчался, исправила, аж вся перенервничала. Господи, посмотрите, как красиво. Сейчас вам покажу из окна, как... Не, не из окна, подойду, покажу. Посмотрите, как красиво цветет яблоня. Ну, сейчас очень солнышко яркое. Девчонки, как хорошо иметь... Зятя, вот прям заканчиваю видео на такой позитивной ноте, на хорошей. Как хорошо иметь зятя, который приезжает по первому зову. Сегодня все испереживались из-за этой крыши. Вы не представляете, какой у нас был сегодня ураган. Посмотрите, у меня даже щеки все красные. Позвонила, приехал, все сделал. Вот, чтобы мы два инвалида бы завели. Ну ладно, всего вам доброго. Приходите ко мне на чай, на мой пирожочек.